выдохните, как вы обычно выдыхаете, когда начинаются проблемы. У вас один выдох или есть градация по нарастанию? У некоторых по 25 выдохов, знаете ли. Один у вас выдох? И все? Ну, слова потом. Ну хорошо, давайте сначала с выдохом. Без разминки так сразу со слова. Давайте выдох снова, чтобы он услышал. Какой выдох, а? Смотрите, он уже работает! Выученный, как сказать, приручили уже, задышало. Лучше не напрягать ситуацию, а то сейчас заговорит. Тогда давайте сразу и заговорим. Потому что он не реагирует. Ты никогда не помогаешь мне. Ты никогда мне не помогаешь. Потому что, наверное, никогда и не любил меня. Давайте погромче сделайте микрофончик сюда, здесь. Вот это вот. Микрофончик сюда сделаем погромче еще раз. Потому что никогда, наверное, не любил меня. Потому что никогда, наверное, не любил меня. Угу. Тебя никогда не бывает дома, когда мне нужна твоя помощь. Тебя никогда не бывает дома, когда мне нужна твоя помощь. Когда ты дома, ты всегда делаешь вид, что занят, и никогда не хочешь мне помочь. Когда ты дома, ты всегда делаешь вид, что занят, и никогда не хочешь мне помочь. Понятно, что ситуация сейчас накаляется, и конфликт неизбежен. Но тут ангельская помощь, сделайте, пожалуйста, массаж. Прикасается своими крыльями. И неожиданно для себя ваш муж говорит: «Прости меня, родная». «Прости меня, родная. Прости меня за то, что не помогаю тебе. Прости меня за то, что не помогаю тебе. Даже когда могу это сделать. Даже когда могу это сделать. Я исправлюсь, любимая. Я исправлюсь, любимая». Пауза ошеломления. Как вы ее обычно... Какая у вас? Как вы выходите из паузы с ошеломления? И? А? Что с тобой? И что с тобой? Выходя из паузы ошеломления, да, и что с тобой к нему? А дальше что? Я просто самовлюбленный эгоист. Но я очень хочу исправиться. Помоги мне, родная. Помоги мне, родная. Поверь в меня. Поверь в меня. Поверь в лучшее, что есть во мне. Поверь в лучшее, что есть во мне. Это лучшее во мне есть, поверь. Это лучшее во мне есть, поверь. И еще одна пауза ошеломления. У вас есть какая-то еще градация? Все-таки неожиданность какая-то происходит. Подойти обнять? Подождите. Объятия будут чуть позже. Пустить слезу. Со слезой, пожалуйста, будьте любезны. Дальше. Ты ничего не употреблял? Ничего не употреблял? Он. Я напился. Я напился. Напился своего тщеславия. Напился своего тщеславия. И теперь у моей совести похмелье. Теперь у моей совести похмелье. Она... Еще больше ошеломления. Ну, из двух глаз, наверное, да, слезы потекут? Что ли? Да-да-да. Ты, может, случаем в какой-нибудь тайной секте состоишь? Ты, может, в какой-то тайной секте состоишь? Он состоял, родная. Прости. В тайной секте ленивых гордецов. В тайной секте ленивых гордецов. В тайной секте ленивых гордецов. Но я вышел из нее. Я вышел из нее. И иду к тебе, любимая. Иду к тебе, любимая. Вы, радостно, развесишь белье? Развесишь белье? Он, конечно, роднулечка. Конечно, роднулечка. Немедленно. Немедленно. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Не через 5 минут. Не через 5 минут. Она, радостно, я так устала. Я так устала. Он,
Ложись спать, любимая. Ложись спать, любимая. А я помою посуду. И уберусь на кухне. Уберусь на кухне. Она. Уф. Вот тот самый выдох, когда вы понимаете, что он единственный неповторимый. Вот это тот самый выдох счастья. Спасибо, любимый. Спасибо, любимый. Я так счастлива. Я так счастлива. Он и я родная. Я родная. И я. И я. Вы знаете, что с этим нужно делать? А на центр, пожалуйста, выходите. Мы провожаем пожеланием счастья. Мы желаем вам счастья. Готовы?